на Енисее. Время экспериментов. На днях я узнал, что я не просто Миша, а еще Миша Растеряша. Я потерял портфель, в котором были документы, и, слава богу, добрые люди помогли и его вернуть. Сегодня попробую такой же эксперимент. Я потеряю на улице города кошелек, и как отреагируют на это люди. Давайте посмотрим. Она не увидела? Что? О, спасибо большое. Мой шагометр, наверное, просто устанет считать мои шаги сегодня. Он не выпал. А, нет, выпал. Я не кошелек. А, спасибо большое. Надо усложнить задачу. Надо, наверное, быть в наушниках, как будто я не слышу. У вас кошелек? Что? Я выпал. А, кошелек выпал? А, о, спасибо большое, спасибо огромное. Добрый ты человек. Вон наш оператор. Это утро на Енисее, эксперимент. Типа, как люди отреагируют на то, что выпал кошелек? Молодой человек. А, о, спасибо большое. Просто я хочу сказать, что, знаете, когда что-то потеряешь, это очень плохо. Это эксперимент утро на Енисее. Спасибо, спасибо большое. А, если что, это был соцэксперимент. Вон там оператор. Вон, помашите ему ручкой. Спасибо большое, спасибо. Вон там оператор. Это утро на Енисее. Что происходит? Увидели? И не подняли, да? Вы потеряли там кошелек. А, да? Да. Ой, спасибо. Наверное, нужно быть отзывчивым, потому что, типа, если бы ты был рандомным челом, это было бы неприятно. Увидела? Так. Спасибо, спасибо. Ну, что там? Забрал? Он забрал его? Сейчас он наверное, он смотрит. А там же записка. Опа! Прям его рассматривает. Он бумажку вытащил мою. Здравствуйте! Здравствуйте! Денег-то нет, а без денег мне не надо. Да, хорошо, без денег. Денег нету, да. Он сказал, без денег. Денег тут нет, а без денег мне не надо. О май гад. Но вытащил бумажку и начал смотреть, что внутри. Вот так вот. Чего ты там опять натворил? Ничего. А вот кошелек у гражданки украл. Украл. Кошелек! Какой кошелек? На, быси. Я же говорил, что мир не без добрых людей. Получилось, люди в основном помогали. И есть, конечно же, один очень необычный инцидент. Ну, дальше посмотрим, как будут развиваться события. С вами был Михаил Иванов и Константин Фролов.